Омские полицейские вышли в ночной рейд по улицам Советского округа. Мероприятие назвали «Правопорядок». Цель – предотвращение и раскрытие преступлений, но больше всего протоколов по традиции выписали за распитие спиртного в неположенном месте. Вместе с полицейскими нарушителей общественного порядка искала наш корреспондент Данила Выжевский. Здравствуйте, граждане. Здравствуйте. Дама. А? Не нарушаете общественный порядок? Нет. Итак, по всем дворам Советского округа. Омские полицейские вышли на ночные улицы. Масштабный рейд был направлен на предупреждение различных преступлений. Одной из целей проведения данного мероприятия является выявление административных правонарушений, а именно распитие и появление в состоянии алкогольных опьянений на улицах и в общественных местах Советского административного округа. Ну а самое популярное по статистике правонарушение – распитие спиртного. Потенциальных нарушителей долго искать не пришлось. Мужчина еле стоит на ногах и даже не понимает, что от него добиваются полицейские. Я еще раз объясняю, какую алкогольную продукцию. Вы кто такие? Моя фамилия Старший Родион. Я еще раз объясняю. Ну? Что употребляли сегодня? Какая разница? Как выяснилось позднее, мужчина пил пиво. Он доводит себя до такого состояния ежедневно, а также сильно удивляется, что есть и другие варианты, как провести свободное время. А часто вы так пьете? А вы? Я не пью. Вообще? Вообще. Да ну на. Позднее мужчину отвезли в отдел полиции для составления протокола. Присаживайтесь. Спасибо. За ручку вон ту придерживайтесь. Да. Аккуратно, не надо материться, выражаться грубо, нецензурно. Ножки. Ножки. Убираем ручки. В целом же в Советском округе составили 12 протоколов за распитие спиртного. Также за ночь полицейские раскрыли 4 преступления, изъяли у граждан оружие и даже задержали 3 человек, которые находились в розыске. Данила Выжевский, Павел Ходынский. Новости здесь, Омск.